Нахожусь я на территории СВО с февраля месяца. Пришел я сюда, чтобы исполнить свой воинский долг с честью. Чтобы мной гордились мои дети, внуки, родственники, близкие, любимые. Как мы гордимся нашими предками, которые отстояли победу 41-45 год. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим мужчинам, которые стоят на воинском учете. Если вы настоящие мужчины, исполните свой долг, защитите нашу Родину. Будьте мужчинами, не прячьтесь за женские юбки, или вы только мужчины за рюмкой водки за столом. Будьте мужчинами до конца, чтобы в будущем ваши дети тоже вами гордились. Также я хочу передать огромный пламенный привет, огромное спасибо всем, кто оказывает гуманитарную помощь. Особенно наши маленькие патриоты, которые пишут нам письма. Мы их очень с честью читаем и гордимся ими, что у нас растет настоящее поколение. А всем я хочу пожелать, конечно, чистого мирного неба над головой, благополучия, удачи, всего хорошего. Победа будет за нами. Люба, Люба, Люба.